Гимнастика вырабатывает силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, координацию движений. Гимнастика от греческого «гимназа» «обучаю, тренирую» сложилась в Древней Греции за много веков до нашей эры и служила целям общего всестороннего физического развития и совершенствования. Впрочем, существует и другая, менее убедительная версия происхождения этого слова от греческого «гимнос» – «обнаженный», так как древние занимались телесными упражнениями обнаженными. Существует множество видов гимнастики – спортивная, художественная, гигиеническая, оздоровительная и другие. Сегодня мы совершим небольшой экскурс в историю гимнастики в Караганде. В эфире «100 лиц карагандинского спорта». История спортивной гимнастики в нашей стране началась в 20-х годах 20 века. Из архивных источников известно, что в 1928 году на первой всесоюзной спартакиаде в Москве абсолютным чемпионом стал военнослужащий из Алматы М. Мурашко. В 1935 году он повторил свой успех на чемпионате вооруженных сил СССР. Первый чемпионат Казахстана был проведен 24 апреля 1936 года в Алма-Ате. Чемпионами стали Зоя Абатурова и Александр Ершов. Первыми из казахстанцев мастерами спорта СССР стали Александр Ершов, Зинаида Калышкина, Лидия Мещерская и Надежда Абдулкина. Валерий Стародубов первым в СССР сделал двойное сальто в группировке по акробатике. Нелли Ким – прославленная казахстанская спортсменка, пятикратная олимпийская чемпионка. Тренировалась она в Чимкенте, тогда в этом городе была сильная спортивная школа. Нелли – первая гимнастка в истории Олимпийских игр, получившая максимальную оценку 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок. Еще один казахстанец Владимир Новиков в 1988 году в возрасте 18 лет стал олимпийским чемпионом в командном первенстве. Это случилось на Олимпиаде в Сеуле. Актюбинец Валерий Люкин там же поднялся на верхнюю ступень в командном первенстве и в упражнениях на перекладине. Он первым исполнил тройное сальто назад в вольных упражнениях. В 90-х годах многие именитые спортсмены и тренеры покинули Казахстан и стали жить и работать в США, Канаде, Германии. Валерий Люкин переехал в Соединенные Штаты Америки, где открыл школу гимнастики. Кстати, его дочь Анастасия ровно через 20 лет после победы отца в Сеуле стала чемпионкой на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Правда, выступала она под звездно-полосатым флагом США. Развитие гимнастики в Карагандинской области началось в 50-х годах прошлого столетия. Первыми гимнастами, выполнившими первый спортивный разряд, стали Николай Радонцев, Михаил Анохин, Степан Бирюков, Владимир Пуц. До 1954 года в Караганде тренерами по спортивной гимнастике работали Георгий Штрассер и Альберт Зонтак. Первыми мастерами спорта в этом виде стали Василий Зебрин, Анатолий Хальзов, Валерий Спирин. Это случилось на чемпионате республики в 1954 году. В 1956 в Караганде было открыто отделение по спортивной гимнастике в комплексной детско-юношеской спортивной школе. Его директором был назначен Евгений Августович Келлер. Первыми мастерами спорта по гимнастике среди женщин в 1960 году стали Любовь Суляева, Любовь Рубская и Нелли Перехода. В 1962 в Караганде была образована детско-юношеская спортивная школа гимнастики, директором которой назначили Николая Ивановича Радонцева. Школа разместилась на базе Дворца спорта имени Нуркена Абдирова. За три десятилетия здесь были подготовлены десятки мастеров спорта, призеров республиканских и всесоюзных соревнований. В 1986 году детско-юношеская спортивная школа гимнастики получила свою собственную материально-техническую базу, включающую в себя специализированный зал гимнастики, зал хореографии и спортивно-оздоровительный комплекс. Многие годы школой руководил мастер спорта СССР Владимир Александрович Неберт. Это было очень давно. Это была секция акробатики еще в далекие 59-е годы. Тогда была просто одна группочка акробатов. И вот мы начали тренироваться под руководством моего тренера Петрова Анатолия Ивановича. С тех пор я не расстаюсь со спортом и до сих пор.
И хоть я на пенсии уже, но однако я занимаюсь воспитанием маленьких деточек. Экскурс придется пройти в 50-е годы, где началось это открытие отделения спортивной гимнастики. В нее входило в это отделение и спортивная акробатика, и художественная акробатика. В дальнейшем еще присоединился это батут. Батутная. Но это было уже 84-й год. Стали развивать как олимпийский вид спорта. Это прыжки на батуте. Сказать обязательно надо о первых людях, которые, значит, стояли у руля, так сказать, этой школы. Это тренеры, как Сибиркин Николай Иванович, как Сибиркина Антонина, как Валентина Ивана Коркина, как тренер Хальзов Анатолий Иванович, Зебрин Василий Иванович. Эти тренера воспитали первых мастеров спорта. Но и здесь, конечно, надо их отметить хорошие стороны. Они всегда боролись за призовые места. Но с такими городами, у которых действительно история еще глубже, у них и олимпийские чемпионы есть, Алма-Ата, Чимкент, знаете, Нелли Ким. И в Алма-Ате это очень сильные гимнасты всегда. Но, тем не менее, Карагандинская область всегда боролась за призовые места. В дальнейшем первое хочется сказать о первых спортсменах. Это мастера спорта. Первые мастера спорта, которые выполнили, это Кокоп, Оплачка, это Лукин, Зебрин. Они составляли как раз основу сборной, которая, я еще раз повторюсь, выступала и боролась на уровне всех первых городов именно в этом виде спорта. Хочется сказать, что не одна Караганда составляла сборную команду, а еще и Темиртау. Темиртау – это такие спортсмены, как Липатов, такой спортсмен, как Канакаев. Их тренировал тренер Диденко Александр Петрович. Ну, кстати, недавно он ушел от нас из жизни. Вот. А так всегда, в общем-то, составляющая сборная была – это город Караганда и город Темиртау. Ну и тут сразу хочу сказать, потому что из города Темиртау, он Карагандинская наша область, такой воспитанник, как Горбачев Степан, он являлся фаворитом сборной Казахстана. То есть он участник Олимпиады, он участник Универсиады, где там он занял тоже призовые места, занимал. Участник Азиатских игр. Это самый ведущий спортсмен Карагандинской области среди. Вот на данный момент он опять-таки тоже закончил спортивную карьеру и работает тренером. Ну, в общем-то, хочется сказать, что тренеры, которые здесь были приглашены в Карагандинскую область, у них были сильные спортсмены, то есть они привезли этих спортсменов. Лапа, Каплиев, тренер был такой читян. Потом были спортсмены приглашены тоже в Карагандинскую область, из Челябинской области, Миас, город такой. Но, однако, они здесь у нас долго не задержались, то есть не оставили, значит, за собой никаких спортсменов, которые бы, значит, на это. То есть я так думаю, что легионеры, это не сама цель любого вида спорта. То есть надо воспитывать своих и со своими работать, чтобы они любили Карагандинскую область и были именно всегда давали результаты там, где родился, там и пригодился. Ну, хотелось бы, конечно, сказать о всех видах спорта. Ну, начнем с спортивной акробатики. Там впервые выехавшие за рубеж, сейчас это, в общем, было раньше очень трудно, впервые за рубеж выехали такая четверка, как Морев, Погуляев, Попович и Назаров. Они выехали в город Риза, Германия, и, в общем-то, боролись там за призовые места. Ну, к сожалению, они заняли четвертое место. Ну, однако, это уже был первый шаг в большой спорт. После этого
наши спортсмены именно, вот на данный момент, конечно, хочется сказать, переходить именно уже к нашим дням, это гимнасты, которые, акробаты, которые занимают первые места. Вот особенно я сейчас скажу, Амоскин и Долгонюк, это смешанная пара, которые стали чемпионами мира. И не просто среди юношей, а среди взрослых уже. Это большой успех тренеров Байбакушевой, Загриценко и хореографа Балагутиной. Вот у них не только эта пара смешанная, но еще и тройка, еще и пара женская. И подрастает очень много сильных спортсменов, которые достойно заменят их, или даже не заменят, а будут вместе бороться с ними же за призовые места. И, конечно, обязательно хочется отметить такую сильную мужскую пару, которая среди взрослых заняла второе место. Это Диль Даниэль и Шауляр Вадим. Они начали в Майкудуке, первые шаги сделали очень давно, когда им было всего где-то по 8 лет. И вот до сих пор они тренируются. Один уже шахтер, но шахтер нижний. Он не бросает шахту, а он продолжает заниматься еще и спортом. И достигает таких высоких результатов. Но результаты их, конечно, говорят сами за себя. Потому что они сейчас идут по всем этапам Кубка мира. Везде они выступают. И, конечно, в больших призерах они находятся на чемпионатах Азии. Как раньше они были среди молодежных чемпионатов Азии, так и сейчас в взрослых чемпионатах Азии. Никита Амоскин и Анастасия Долгонюк уже долгое время работают в одной паре. Этот спортивный дуэт успешно выступает на республиканских и международных турнирах. На чемпионате Азии, прошедшем в Ташкенте, ребята также показали высокий результат. Они поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Турнир прошел, ну, как всегда, как бы не так уж сильно переживали мы. Были настроены, мы знали свою работу, знали свою программу. И как бы наша задача была выйти на ковер и показать все то, что мы можем, и то, чему нас обучили наши тренера. И мы это сделали. По словам Анастасии Долгонюк, на соревнованиях они не обращали внимания на выступления спортсменов из других стран, так как уверены были в своей подготовке. Мы не обращали внимания на соперников, потому что мы были на 100% уверены в своей программе. Но своих соперников мы, конечно же, уважаем, поздравляем и рады, что они тоже заняли место. Но мы знали, что мы будем первыми. На чемпионате Азии по спортивной акробатике медали оспаривали 120 сильнейших спортсменов континента. Сборную Казахстана на этом турнире представляла большая делегация, среди которых были карагандинцы Даниэль Диль и Вадим Шуляр, Никита Амоскин и Анастасия Долгонюк, Роман Лукин и Олеся Кравченко. Все они показали очень хороший результат и завоевали золотые медали. Ну, ребята достойно выступили, потому что они попали по предварительным комбинациям, они попали в финал первыми. Было все хорошо, идеально сделано. Когда они умеют делать четко, там даже судьи не могут докопаться ни до чего. Ну и в финале, конечно, был мандраж, потому что узбеки там давили чуть-чуть, как бы страна проводящая, было в этом плане тяжело, но ни одной малейшей даже ошибки наши ребята не сделали и стали первыми. А сейчас ребята уже готовятся к следующим чемпионатам. В ближайшее время в Караганде стартует Кубок Казахстана, где спортсмены будут защищать честь нашей области. Такой вид спорта, как прыжки на батуте, развивается у нас совсем не недавно, но однако в этом году было решение Национального олимпийского комитета создать центр подготовки по прыжкам на батуте в городе Караганда. Это, естественно, даст большой толчок развитию нашей области. И спасибо, что откликнулись на создание этого центра на базе Карагандинского государственного университета. И тут же мы сразу провели уже чемпионат и Кубок Казахстана по прыжкам на батуте. Ну вот в этом виде спорта мы все-таки тоже уже добились немалых успехов. Особо, конечно, сейчас вот в данный момент хочется отметить Мусабаева Данила. Он сейчас претендует на
завоевание лицензии на Олимпийские игры, которые состоятся в 2020 году в городе Токио. Вот это самая важная цель. И вообще цель спортсмена, любого спортсмена, это попасть на Олимпийские игры. Потому что весь труд, весь пот и кровь, как называется, идет от того, чтобы достичь каких-то результатов. И поэтому участие в каждом лицензионном кубке мира дает определенные баллы. И вот 4 последних кубка Мусабаев набрал определенное количество, и еще будет самый главный лицензионный чемпионат мира, где и решится. А попадают, совсем мало в мире попадают на Олимпиаду, всего 16 человек. Поэтому здесь идет борьба очень сильная, ну и вид спорта. То есть батут чуть-чуть отклонился в сторону, и ты можешь вылететь. Это для смелых, ну и, конечно, для тех, которые хотят летать. А летать приходится. В 1976 году, наконец-то, благодаря усилиям городского отдела образования, благодаря городскому исполнительному, исполком тогда раньше был, это исполкомы, вот, районного исполкома Октябрьского района, мы получили здание. Здание в Майкудуке. А до этого все занятия проходили на арендованных базах. И вот это здание надо было оборудовать. Это было оборудование здания, вырыты ямы поролоновые, завезено все оборудование гимнастическое. Акробатическая дорожка была приобретена также при содействии городского отдела образования. И в 1986 году как раз борьба была за эту школу, и вот меня назначили директором. И вот до сих пор я не расстаюсь со школой, хотя я уже, говорю, уже ушел на пенсию, но, однако, я там работаю тренером с малышами, и мне это, в общем-то, нравится. А самое главное, что за эти все годы мне приходится просто наблюдать, как растет, потому что тренеры стали высококвалифицированными. Я могу сказать, что у нас сейчас уже 4 тренера, заслуженных тренеров Республики Казахстан в художественной гимнастике, в акробатике. И, в общем-то, все семинары они проходят, они учатся. На каждых соревнованиях, на каждых выездах, от каждой страны дают свое, и у нас учатся, и мы учимся. То есть это большой потенциал наших тренеров. А будет потенциал тренеров большой, значит, естественно, будут и хорошие спортсмены. Ну и в заключении хочу, конечно, сказать о нашей самой сильной гимнастке. Спортивная гимнастика – это очень трудный вид спорта. Это 4 снаряда, которые очень коварные, как бревно, которое ширина всего 10 сантиметров, как брусья, это как мужской снаряд перекладина сейчас работают. Вольные упражнения, где выполняются уже двойные сальто с пируэтами. И все это доступно нашим спортсменкам. Сейчас наши гимнасты являются первыми в республике как по детскому спорту, так и по взрослым. И, конечно, лидирующее место занимает Есинская Дарья. Она уже выступала на многих международных соревнованиях, многих международных турнирах, как Детятина, как Воронина в Москве, как Детятина в Санкт-Петербурге. И абсолютная чемпионка Казахстана, то есть в многоборье. И вот она подает сейчас большие надежды, потому что выполняет самые сложные элементы в вольных упражнениях. А опорный прыжок и вольное упражнение, у нее так 2 коронных таких снаряда, где она обязательно входит в призеры. Ну, пожелать хочется, конечно, всем сейчас, которые спортсмены выступают, которые тренируются, которые желают, мечтают всего самого доброго, большой вид спорта, гимнастика. В настоящее время в школе работают высококвалифицированные тренеры-преподаватели, имеющие звание мастеров спорта, заслуженные тренеры Республики Казахстан, тренеры высшей категории.
Здесь культивируется 6 видов спорта: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, художественная гимнастика, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на батуте, спортивные танцы. Чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров впервые за несколько лет состоялся в Астане. В чемпионате приняли участие 13 стран, в их числе китайский Тайбэй, Южная и Северная Корея, Таиланд, Япония, Сингапур и другие. Всего в турнире выступили 150 участниц. Отечественные спортсменки показали отличный результат, завоевав не только медали, но и получив звание мастеров спорта международного класса. Больше половины наград Казахстана завоевала карагандинка Алина Адильханова. Золото в упражнениях с мячом и обручем, серебро в упражнениях со скакалкой и булавами, серебро в абсолютном первенстве и шестая медаль Алины в командном зачете по праву на 50% заслуга нашей гимнастки. Это были достойные соперники. Борьба была до последнего, и нельзя было ни в коем случае сдаваться и уступать кому-то. Художественная гимнастика – это один из самых изящных видов спорта. Его корни нужно искать в танцах. Все упражнения здесь идут под музыкальное сопровождение. Основоположницей развития этого вида спорта нужно считать представительницу свободного танца Айседору Дункан. В ее творчестве доминировали пантомима и классический стиль. Первый чемпионат СССР по художественной гимнастике прошел в 1948 году. Первые занятия в Казахстане стали проводиться годом ранее в спортзале Института физкультуры в Алма-Ате. В декабре 1949-го состоялся первый личный чемпионат Казахской ССР по художественной гимнастике. Победительницей стала Елена Матесова. В областях республики в 50-е годы стали возникать секции. В Караганде ее возглавила тренер Кириллова. Художественная гимнастика дебютировала на Олимпийских играх относительно недавно, в Лос-Анджелесе, в 1984 году. Современная программа международных соревнований состоит из соревнований индивидуальной программы «Четырехборье», где гимнастка выступает с каждым предметом. Соревнований по групповым упражнениям «Двоеборье», где одно упражнение выполняется с одинаковыми для всех гимнасток предметами, второе – с двумя разными предметами. Людмила Ивановна Макарова пришла в гимнастику в 1964 году. В 1973 перешла на тренерскую работу. Тогда в городе не было специализированного гимнастического зала для занятий. В спорт я пришла в 64-м году. Совсем уже довольно взрослый, в 8-м классе. Сейчас в это время таких детей мы не берем. Я всегда хотела на танцы. Но у меня сестра занималась, и я и пошла за ней. С 8-го класса я по сегодняшний день в гимнастике. Это моя жизнь. Это моя радость, это мое счастье, это все мое. Вот все, что вокруг меня окружает, это моя гимнастика. Я в ней живу. Я наверное, ею питаюсь. По-другому не скажешь. Я пришла, у меня тренер Галина Семеновна Клевцова. Ну, в то время тренеры были действительно от Бога. Вот шли, зная, куда идут. И, конечно, было интересно. Вообще в спорте всегда интересно. Каждый день что-то новое. Каждый день что-то радостное. Оно и трудно, оно и тяжело. И слезы, и через слезы. А потом приходишь в раздевалку, и ты счастлив от того, что у тебя что-то получилось. Это очень много значит. Когда вот дети приходят и в таком возрасте понимают, что у них что-то получается. Значит, они где-то преодолели себя. Значит, где-то они сделали шаг вперед. Мы занимались во дворце спорта в фойе. Фойе, вы сами понимаете, что это такое. Это не приспособленный к спортивным занятиям зал. Ну, мы там занимались, я там выросла, я там начала работать тренером, и там вырастила не просто кандидатов в мастера спорта, а мастеров спорта. Там, где были огромные люстры, когда висят предметы, мы их с трудом достаем, и скакалки, и ленты, и обруч повиснет так, что и достать не можем. Вот так вот. Но было все равно интересно. Вот то время было очень интересное. Сейчас немножко по-другому. Я всегда говорю, между тренером и гимнасткой должна быть очень тесная связь, такая красная линия. Если она есть, тогда будет результат. Если этого нет, если гимнастка не понимает, ну, я не знаю, в силу чего, но не понимает, результата никогда не будет. Конечно, в спорте нужны и фанаты, и безумно работоспособные. Просто безумно работоспособные.
потому что ленивым там делать нечего. Ну, я была лидером в свое время. Про меня много писали в газетах, что я недосягаемая. И вот это внутри меня до сих пор как-то вот, ну, наверное, тут вот оно отложилось, потому что я стараюсь в работе, в своей работе быть тоже недосягаемой. И когда говорят, что Карагандинская школа очень сильно отличается от всей казахстанской, я горжусь этим. Нам, правда, есть чем гордиться. У нас есть очень хорошие результаты. Потому что, ну, что такое одна гимнастка на весь Казахстан, выступающая на детских Олимпийских играх? Это дорогого стоит. Или одна гимнастка, которая выступает на Азиатских играх и становится чемпионкой, завоевывает лицензию на детские Олимпийские игры. Для нас, вот лично для меня, потому что это конкретно моя работа. Вот. И я всегда говорю: так, все, это сделано, переворачиваем страницу и начинаем все с чистого листа. Потому что гимнастка, она сегодня есть, завтра ее уже нет, пришла другая. А с другой все нужно начинать сначала, все с нуля. И вот так вот из года в год. Но я, наверное, у меня, наверное, это очень сильно держит, знаете как, физически, морально. Я стараюсь не стареть и, грубо выражаясь, не хереть. Это грубо. Но вот я стараюсь. Что значит достойно чувствовать себя в работе? Вот мне это очень важно. Когда я чувствую, что я на своей волне, что я на своем месте, что я прихожу в зал, и меня дети ждут. Я прихожу и говорю: здравствуйте, мои дорогие дети, как я рада вас всех видеть. Дети от моей интонации, они все тянутся, они бегут ко мне, они меня обнимают. Но это действительно очень дорогого стоит. И я всегда говорю, что я на своем месте. Я выбрала правильный путь. Вот чего я желаю молодежи. Выбирайте свой путь. Вот тот путь, по которому вы будете идти и не бояться, и не стесняться. А будете идти, знаете, с гордо поднятой головой. И тогда ваша жизнь будет просто великолепной и счастливой. Тренировали своих воспитанниц в фойе Дворца спорта. Затем перебрались в спортивный зал «Геолог», который построили для баскетболистов. Было время, когда занимались в зале автопарка номер 2, который находится в Майкудуке. Долгое время предоставлял спортсменам спортзал «Динамо». Я слишком поздно пришла в гимнастику, слишком поздно. Вот. И, закончив школу, я выполнила только кандидатов. Потому что начинала с 3-го юношеского разряда, а пришла в 8-м классе. Вот. И, конечно, я не мастер спорта, но я заслуженный тренер. И тренер высшей категории. И я доказала, что я это сделала. Художественная гимнастика – это элитный вид спорта. Приходите, занимайтесь, получайте удовольствие, развивайтесь и музыкально, и физически, и психологически. Быть морально устойчивыми, уметь постоять за себя, уметь доказать, что ты лучше, что ты сильнее. Пусть приходят детки, пусть занимаются, пусть воспитываются какие-то волевые качества, качества такой работоспособности, какие-то ставить себе цель, ставить себе задачу, к этой цели, к этой задаче идти. И если вот ребенок, вот развиваясь, будет понимать, что значит поставить цель и идти к ней, значит, в жизни им будет гораздо легче. Гораздо легче. Легче будет работать в коллективе, зная, что я знаю свои достоинства, и я знаю, как я могу работать. Ну, это, наверное, тоже очень важно для дальнейшей и их жизни в будущем. А спортсмен, между прочим, это труженик, это просто великий труженик. Они учатся, они выезжают на соревнования, они тренируются каждый день по 4 часа и учатся без троек. И учатся без троек. Они умеют распланировать свое время. Они умеют раскидать на такой урок столько времени, на такой урок столько времени. И они знают, как все это можно сделать. Потому что вот эта собранность, она вырабатывается. В советское время у меня была девочка Лена Юданова. Она сейчас живет в Питере, закончила Питерский университет, работает там, в Питере. Она чемпионка Казахской ССР в то время, чемпионка Казахской ССР, участница чемпионата Советского Союза, участница спартакиады народов ССР.
Это были такие значимые соревнования. Участница ЦС «Динамо», она была в сборной Центрального совета «Динамо». Гимнастка уникальная, просто уникальная. И вы знаете, однажды соревнования идут в Алма-Ате, как обычно. Она делает мяч, мяч укатывается за площадку, большая ошибка. Я в расстроенных чувствах, я вот так на стенку, вот только что упала на стенку, стою, не дышу. Следующий предмет – лента. Она делает ленту на ура. Зрители встают и стоя ей аплодируют. Сейчас такого никогда не увидишь. И когда она подошла и сказала мне, я это упражнение сделала для вас, конечно, у меня слезы были на глазах, и я действительно понимала, что ну, я не зря работаю, вот просто не зря. Когда твоей гимнастке стоя аплодируют зрители, ну, это, наверное... Вообще соревнования – это праздник, это большущий праздник, но это настолько нервотрепка безумная, потому что кажется, Господи, я бы сама бы вышла бы сделала. Вот честное слово, я бы вышла, сама бы сделала. И вот когда гимнастка, правда, бывает и роняет, можно же достойно уронить и до конца доделать. Это тоже не каждая гимнастка может. Некоторая гимнастка уронила, взяла предмет и расквасилась, раскисла, все. Дальше идет опять, все валится, она собраться не может. Бывает и такое. Но когда гимнастка хватает предмет, собрано идет до конца, думаешь, ну все, значит, это сильная девочка. Потери, бог с ней, отработаем, наработаем, пусть будет так. Школа гимнастики готовит акробатов и гимнастов. Еще в 1986 году в школе было выделено здание в Майкудуке. И вот уже много лет при поддержке департамента образования мальчишки и девчонки занимаются здесь спортом. У нас планы и задачи, чтобы дети как можно больше занимались спортом и были отвлечены от улицы. Вот это самая главная задача. Двое воспитанников этой школы, Сергей Назаров и Ольга Лошкова, вернулись с международного турнира по акробатике, который проходил в России, в Новгороде. Среди участников турнира выступали чемпионы Европы и мира. Карагандинцы стали вторыми. Это их первый старт на таком уровне. Собственно, нам такие старты нужны для того, чтобы сейчас завоевать рейтинг в Казахстане и выступить на чемпионате мира, попасть в сборную Казахстана. Оля и Сергей тренируются и выступают вместе уже 2 года. Сейчас они занимаются в Центре олимпийской подготовки. Благодаря его поддержке и удалось попасть спортсменам на международный турнир. Любовь к этому виду спорта, акробатики и постоянные тренировки помогли Ольге и Сергею показать в России высокий результат. Это очень красочный, зрелищный вид спорта, который показывает пластику, силу, выносливость ребят. Танцы, они показывают все свои возможности. Это и очень красивый спорт. Следующие соревнования акробатов – чемпионат Казахстана в Петропавловске. А главная их цель – попасть в сборную Казахстана и выступить на мировом чемпионате. И самые светлые воспоминания у гимнасток о времени, когда они с 1997 года арендовали специализированный гимнастический зал Карагандинского государственного университета. Именно в зале Каргу начали свое восхождение на пьедесталы наши титулованные спортсменки. У Караганды в художественной гимнастике тоже есть свои звезды. Майя Зайнуллина, Валерия Прокудина, Елизавета Майновская. Эти девушки входили в состав сборной страны, выигрывали республиканские первенства, не раз участвовали в престижных международных соревнованиях. Воспитанница Карагандинской спортивной школы художественной гимнастики Алина Адилханова в 2016 году стала чемпионкой Азии в командном зачете и в программах с обручем и мячом, обладательницей серебряных наград в многоборье в упражнениях со скакалкой и булавой. На международном турнире в Гвадалахаре юная спортсменка поднялась на 2-ю ступень пьедестала почета в упражнении с обручем. На престижных соревнованиях «Дети Азии» Алина завоевала серебро и бронзу. Спортивная акробатика известна еще с античных времен. Она включает в себя прыжки, кувырки, перевороты и сальто. Спортивная акробатика в Казахстане стала культивироваться с 1933 года. До 1949 года акробатикой занимались в кружках при клубах и домах пионеров Алматы и Караганды. В начале 50-х в республике стали проводиться первые соревнования.
последующие годы акробаты Казахстана прочно вышли на всесоюзную арену. Батутная гимнастика в настоящее время развивается в 10 регионах Республики Казахстан, в том числе и в Карагандинской области. Специализированная детская и юношеская спортивная школа гимнастики «Муйкудуки» является одной из самых сильных школ в стране. Михаил Иванович Дедуренко – мастер спорта, человек, отдавший полвека тренерской работы. Ну, в спорт я пришел довольно давно. Уже в этом году будет 50 лет, как я пришел в спорт. Ну, я родился в деревне. Это «Схоз» сейчас он называется. Самаркандский, на сборе семеро детей. И вот я занимался там в школе немножко штангу, лыжами. Вот, легкой атлетикой занимался. Помню, к нам пришла Ручко Зинаиду. Вот она пришла к нам и заразила нас спортом. И вот после окончания школы я попал в институт физкультуры, поступил. И начал заниматься борьбой. Но у меня сильно болела спина, и мне пришлось уйти с этого вида спорта. И пошел на гимнастику. Помню, приехал с Хамелидзе. Раньше была такая мода. Значит, всех ведущих спортсменов, этих выпускников вузов Советского Союза, распределяли по периферии. И вот к нам приехал Самилидзе, и я у него начал заниматься спортивной гимнастикой. Ну, немножко прозанимался, и в это время приехал Соколов такой. Соколов Геннадий Яковлевич. Ну, вот, молодой, красивый. И вот он привил любовь к мне, к акробатике. После окончания института я пошел в армию. Когда пришел с армии, он говорит: «Миша, давай, пойдем на акробатику, будешь заниматься спортом». Была женская, смешанная пара, и он мне дал верхнюю. И он говорит: «Я завкафедрой, я не могу, у меня много очень времени занимаюсь, учебной работой, тогда писал диссертацию». И мне пришлось возглавить спортивную акробатику. И стал старшим тренером области. И 40 лет работал старшим тренером. Я работал и тренировался. Вначале в смешанной паре выполнил мастера спорта, потом в четверке перешел, где у нас была четверка такая: Черепов, Какалов, Быковский и я. Вот. Сейчас Черепов академик, работает вице-премьером промышленников и предпринимателей России. Какалов уже на пенсии, Быковский работал преподавателем, а я до сих пор работаю тренером детской спортивной школы гимнастики. Соколов, конечно, благодаря ему акробатика начала развиваться в Караганде. Он много подготовил мастеров спорта, даже финалисты, по-моему, Советского Союза. Как тренеру и спортсмену пришлось очень много тренироваться и работать. Благодаря тому, что трудились добросовестно, у нас тренировки проходили 8 часов вечера, начинались тренировки. До 10 тренировались, где-то приходили в 11 часов только домой. Сейчас, конечно, это невозможно такое. В 69-м году я начал усиленно заниматься, мне было 21 год. В 71-м году я уже выполнил мастера спорта. Результаты какие? Я думаю, что за 50 лет моей работы я подготовил более 60 мастеров спорта. У меня 6 мастеров спорта международного класса. Десятки призеров международных соревнований, финалисты чемпионата мира. И под моим руководством, где-то в Софии мы были на сборы, сборная команда по прыжкам на дорожке заняла 4-е место. Это впервые, конечно, такие результаты. В 2002 году меня назначили старшим тренером республики, и у нас батута не было в Казахстане. И мы привезли батут современный и начали заниматься батутом. Сейчас Мусабаев стал сейчас финалистом чемпионатов мира. Фатхильянов у меня такой был. Сейчас он работает в цирке Дюссали, тоже финалист чемпионата мира. Это в Соединенных Штатах Америки. Мужская пара была, доктор Василий, который
Два раза становились серебряными призерами чемпионатов Азии, финалистами чемпионатов мира. Вот, до сих пор элементы, которые они делают в Казахстане, никто не может повторить. Лукин Владимир, сейчас он работает в Америке тренером. Он в Англии, в Манчестере, впервые исполнил комбинацию рандат фляг, двойной сальто прогнувший, там повой топовой, фляг, тройное сальто. Это 97 год. Потом в Минске, на следующий год он также попал в финал, где занял 5-е место. Чем полезна акробатика для детей? Во-первых, акробатика, она дает, первое, это пластичность, гибкость, решительность, смелость, дисциплина. У нас есть два центра, это Майкадок, центр детской спортивной школы, и школа-клуб Олимпийского резерва. И потом, после окончания спортивной деятельности, вот, можно продолжить это в цирках. Цирки, потом там на эстраде. У меня сколько? 6 человек уже работают в цирке Дюссали. Это цирк Дюссали, который, ну, один из самых лучших цирков в мире. Вот, там подписывают контракты, хорошая зарплата, и продолжают на 10-12 лет продолжают свою спортивную деятельность. Раньше в спорт приходили довольно уже взрослые люди. На чемпионатах Советского Союза выступали мужчины, женщины выступали. Выступали даже 40 лет так было. Сейчас, конечно, этого не увидишь. Это акробатика очень помолодела вид спорта. Где-то к 20 годам уже заканчивать. Если нет результатов таких выдающихся, когда не попадают в сборную команду республики, там, страны, где платят деньги, где получают стипендии, где эти льготы, всякие там поездки и так далее, они прекращают заниматься и идут. Вот. Поэтому у нас очень стал такой молодой вид спорта, где надо заниматься с очень раннего возраста. Вот сейчас к нам приходят дети 3 года, 4 года. Вот. Ну и занимаются, если с 4 лет занимаются, все равно, чтобы достичь результата, это надо 10-15 лет, самое мало, чтобы стать ведущими спортсменами мира. Вот. Поэтому все равно это 15 лет – это большой срок. И представляете, 6-разовые тренировки, даже бывает 10 тренировок, 12 тренировок в неделю. Вот, поэтому надо, дисциплина должна быть, режим, и тогда очень сложно. Вот сейчас, чтобы стать великим спортсменом, надо себя ущемлять во всех, в питании, в режиме, в сне там. Детско-юношеская спортивная школа гимнастики переживала разные времена, и застой, и успехи воспитанников. Карагандинские гимнасты, акробаты, батутисты не раз становились чемпионами Азии, призерами чемпионата мира, победителями Кубка мира, чемпионами Казахстана. Выпускники школы сегодня работают по Казахстану и за рубежом. Немало акробатов всемирно известного цирка Дюссолей, выходцы из маленькой школы гимнастики Майкудука. Немало и тех, кто посвятил себя тренерской работе. Поэтому преемственность поколений для этой детско-юношеской спортивной школы давно стало делом обычным и традиционным. О том, что гимнастика, акробатика и прыжки на батутах становятся все более популярными, говорит и тот факт, что специализированной детско-юношеской спортивной школе потребовалось расширяться. Филиал школы открылся в Темиртау. Желающих попасть в школу более чем достаточно. Во-первых, потому что в последнее время спорт стал весьма популярным среди населения. Каждый родитель, если и не видит в своем ребенке чемпиона, то хотя бы желает, чтобы он вырос здоровым человеком. Учитывая огромный наплыв детей, тренеры проводят среди кандидатов конкурсный отбор. Главное требование – медицинский осмотр и отсутствие противопоказаний к занятиям спортом. Немаловажно иметь и задатки, такие как гибкость и умение садиться на шпагат. Пока ребенок маленький, из него можно лепить все, что угодно. И даже не очень одаренные дети, благодаря своему трудолюбию, достигают гораздо больших успехов, чем действительно талантливые.